Всем привет! Мой эксперимент удался. Я купил 1720 ксм по среднему курсу 20 центов, а продал по 24 цента. Я заработал 68 долларов или 5000 рублей, что составляет около 20% прибыли за короткий промежуток времени. Всем новичкам советую быть аккуратней и переходить на фьючерсы только после спотового рынка и не недооценивать спотовый рынок, ведь на нем тоже можно заработать. Всем удачи, спасибо за просмотр. この世界で分かること見つめて